Неделю назад этот молодой человек сам участвовал в финале, но не по большому хоккею, а по настольному аэрохоккею. За победу организаторы вручили ему билет на один из финальных матчей между «Металлургом» и «Левом». Да, действительно, вручили билет на матч. Я даже не ожидал. Вот от Лэй Стронг дали билет, и я с удовольствием воспользовался возможностью съездить посмотреть игру. Победитель уверяет, такого накала страстей он еще не видел. В той игре «Металлург» одолел «Пражский Лев» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина.